Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сегодня я пришла посеять цветную капусту в кассеты и расскажу вам о преимуществах этого посева. В этом году очень долго у нас было холодно. И если скороспелку, вы видели, как я пикировала, я уже посеяла, она у меня выросла, я распикировала ее, то цветную капусту я еще не сеяла, потому что в комнатных условиях ее вырастить очень сложно, рассада получается хиленькая, а на улице или даже в холодной теплице я ее посеять побоялась, так как она немножко капризная и все-таки теплолюбивая. Но зато я сейчас посею ее в кассету, она прекрасно вырастет, и этот вариант удобен для тех, кто, возможно, выращивает капусту в несколько сроков. Вот у меня сорт капусты 4 сезона, ее можно посеять сейчас, можно посеять осенью, в любое время. И чем удобно, именно посев в кассеты. Ну, во-первых, мы потом не пикируем ее уже. Как вот здесь я сеяла загущенно, даже если в лоток или там на какую-то грядочку. Если мы посеем в лоток или на грядочку, пока она вырастет, пока она дойдет вот до такого состояния, что будет один настоящий листик, конечно, на улице уже будет очень жарко, а вы все знаете, что капуста, она сильно болеет, она завядшая будет стоять неделю, ее надо будет притенять, поливать. А вот из таких кассет, я вот специально показала, с того года осталось тут несколько не, ну, лишних, и так простояли. У нее, видите, как будут корешки все вот в этом комочке, и когда мы ее вытаскиваем вместе с комочком и садим, пересаживаем, она совершенно не болеет. Можете вот в этой кассете держать ее и до одного настоящего листа, и до двух, и даже до трех. Высадите, когда вам удобно. Хоть в жаркую погоду, хоть в дождливую. Корни все целые. При пересадке не рвется ни один корешок. Поэтому это очень удобно. Посев в кассеты очень простой. Я просто делаю пальцем вот углубление, чтобы семечко, которое я ложу, было именно посредине, не скатывалось никуда. Вот такие ямочки прям мизинцем делаю и раскладываю по одному семечку. Видите, вот тут одно, тут одно, тут одно. Потом я беру обыкновенную ручку или карандаш. Семечко это чуть заглубляю и приваливаю землей. Опять же, раз туда заглубляю и приваливаю землей. Я даже больше не поливаю, потому что перед этим очень-очень хорошо поливаю. Вот я целую кассету уже засадила, видите, которая с дырочками. Эту вот я сейчас только сею. Я просто накрываю пленкой полиэтиленовой, и остается она или прямо на улице, или вот здесь я сижу, сейчас у нас нерабочая теплица, у которой ни крыши, ничего нету. Ну, то же самое, что на улице. Я сейчас закрою пленкой, она быстро буквально выскочит через несколько дней. Тут она в одиночной посадке, ей очень хорошо, она не вытягивается, она будет коренастая, крепкая. Вот таким способом в кассеты без последующей пикировки можно высевать любую капусту. Вот эту я сеяла с пикировкой и говорила вам, что я тороплюсь, что мне нужно ее скорее-скорее пикировать, чтобы она не переросла, не вытянулась. Видите, некоторые уже вытянутые. Вот при таком посеве, при одиночном в кассеты, никогда таких вытянутых капуст не будет. Все, я вам рассказала вкратце, как я сегодня сею цветную капусту. Можно посеять сейчас, можно посеять через месяц, через полтора, для осени. Очень удобно. Вот эта вот мобильная кассета, вы можете ее поставить сначала в теплице, чтобы быстрее выклюнулась, если есть. Потом можете вынести на улицу. И высадить можно ее частями, например, нынче такая весна, что вот у нас дожди, 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 очень жидкая земля, ее еще не перекопаешь. Я вот в одном месте вскопала, можно потом раз, как локально садить, какое место готово, туда высадили, еще освободили какое-то место, смогли вскопать, еще высадили. И она в кассете может очень долго храниться, почти до полувзрослого состояния. Главное вовремя поливать. Капуста не переносит засухи. Если вы оставите ее на улице, будет похолодание даже до нуля. Обычно, ну я цветную ни разу не оставляла, а вот эти все скороспелки зимние, все они переносят прохладные температуры. В кассете она может даже на улице жить. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова.
Это посев цветной капусты в кассеты без последующей пикировки. Все.